приветствую, дорогие друзья, с вами Мин. В этом видео я хотел бы открыть новую капсулу, которая вышла с новым обновлением. Это капсула The Rollless Capsule. То есть в этой капсуле вот такие новенькие наклеечки, очень прикольные. Хотел бы выбить наклеечку про фойл, металлическую, по-моему. Есть также тут суппорт, ниндзя, ну очень там... По разным ситуациям, там, вапер, бомбер, фрагер и так далее. То есть, данная наклейка отображает, кто вы есть, допустим, как бы лакер, который он постоянно везет, либо ниндзя, который любит задефьюзить, суппорт, который помогает и так далее, либо про. Капсула вышла недавно, после нового обновления, когда добавили револьвер кейс, револьвер. И вот появились вот такие новые наклейки. Мне такое предложение поступило, то есть я нашел $1 и купил эту наклейку. Очень хочу выбить наклейку The Pro, потому что она стоит порядка таких 6 капсул. То есть если я выберу эту наклеечку, я очень окуплюсь и буду в жестком плюсе. Возможно, даже наклейка это будет дорожать. Давайте откроем капсулу. Конечно, очень бы хотелось выбить The Foil, но я сомневаюсь, что я ее выбью. Очередное говно, честно, выпадает. Я не удивлен. Байтер. Вообще, я даже не понимаю, что это за дерьмище. Окей. Продать на такой площадке. Просто хочу глянуть цену, что почем стоит. Данная наклейка. В принципе, стоит она $1, и я не особо ушел. В минус даже вышел в плюс 3 цента. То есть я ничего не потерял, по сути, и ничего не приобрел. Плюс 3 цента, в общем. Ну а капсулы очень, в принципе, так красивые. И выбить бы такую наклейку металлическую было бы очень прикольно. Что же, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего.